По-прежнему с начала пандемии на территории Краснокамского района зафиксировано 912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 906 человек. По состоянию на 26 марта с положительным диагнозом COVID-19 на самоизоляции по месту проживания находится 6 жителей. Госпитализированных в инфекционное отделение Нефтекамска нет. Для граждан в возрасте старше до 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции сохраняется до особых распоряжений. Убедительно просим граждан данной категории не нарушать режим самоизоляции и при необходимости обращаться в районный волонтерский штаб по телефонам 8-347-59-7-77-49 или же 7-75-38. В Центральной районной больнице продолжается иммунизация от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первый компонент вакцины «Гамковид-Вак» получили 970 жителей. Вторым компонентом привили 840 человек. Напоминаем, что краснокамцы могут записаться на вакцинацию в регистратуре поликлиники села Никола-Березовка по телефону 8-347-59-7-76-60, в селе Куяново 7-13-26. Анастасия Тимирбаева, информационная программа «Время новостей».